Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии абсолютно неверно. Север нашей республики в этногенезе башкирского народа сыграл не менее важную роль, чем ее юго-восток. И тому примером история башкирского рода Балыксы. Представители башкирского рода Балыксы ныне проживают в ряде селений Аскинского и Караидельского районов Республики Башкортостан, а также на территории Пермского края. Минузем, мне Балыксарунын, Кылсыкай нәселенен, Балыксарун атаган, Кылсыкай, Сыскан, Түлке, Калмак нәселеріне бөлінелер. Алар көбірегі хазірге Аскын районында хам Қарайлы районында яшайлар. Этимология, как раздел лингвистики, может многое открыть не только в значении того или иного слова, но и в происхождении тех или иных этнических групп, если речь идет об этнонимах. Существует также понятие народной этимологии, то есть обывательского осмысления того или иного слова. Как правило, она является ложной ассоциацией, возникшей под влиянием просторечия. Например, многие люди слово «выдра» связывают с глаголом «выдрать». Однако ученые утверждают, что оно восходит к индоевропейской форме «ватер», то есть «вода». В большинстве тюркских диалектов слово «балык» переводится как «рыба», а производная от него форма «балыкчи» или «балыкса» как рыбак или рыболов. Название «балыкчи» также зафиксировано в родоплеменной номенклатуре казахов, киргизов, туркмен, тувинцев и узбеков. Этнограф Раиль Гумерович Кузеев в своем фундаментальном труде «Происхождение башкирского народа» писал: «В большинстве случаев у башкир, казахов, киргизов рыболовство в хозяйстве не имело существенного значения или вообще отсутствовало. Также нет описания рудиментов древних представлений, связанных с культом рыбы». На этом основании Кузеев отвергает народную этимологию слова «балыксы» – «рыболов», считая ее далеко не безупречной, и выдвигает другое предположение, что у этой словоформы в древности было иное значение. В тюркских текстах VIII века слово «балык» употребляется в значении «город». Жители городов именовались термином «балык-дакы». При научном анализе выясняется, что слово «балыксы» или «балыкче» производно от древнетюркского слова «балык». А «балык» означался «город». Например, Пекин раньше называли «ханбалык». Или Сарай-Бату и Сарай-Берке тоже называли «ханбалык». И вообще города называли «балык». Это древнетюркское слово. Поэтому на сами балыкчинцы – это, получается, горожане. Раиль Кузеев заключает: указанные аналогии и распространенность названия «балыкчи» в среде кочевников – тувинцы, казахи, киргизы, туркмены, башкиры – говорят о древнетюркском происхождении этнонима. Балыксы, балыксылар могли составлять кочевническую периферию древних, например, семиреченских городов, обязанных на каких-то условиях защищать эти города. Таким образом, термин «балыксы» мог переводиться как «городская стража» и обозначать личный состав гарнизона и членов их семей. Да, балыксы, собственно, этот этноним достаточно распространенный. Он есть у хакасов, да, в Южной Сибири часто встречается. Он есть у киргизов в Киргизии. То есть, действительно, он связан с городской жизнью, с городскими жителями.
По преданиям самих балыкчинцев, их предки пришли с территории Южной Сибири и Алтая. Балыксыру башкырттары койсандыр. Алтай яқтарында яшаган деп испаттылар, тарихчылар һәм улар күсенә-күсенә яйық белән келеп сыкканы яйықтан яйық белән күтәрелеп Урал тауларына, Урал тауларыннан танып һәм төйбуйларына килеп урнашкан деп әйтә тарихчылар. В преданиях балыкчинцев даже указывается местность Кенген, где прежде жили их предки, которая, по их представлениям, находилась недалеко от современного Томска. Башкирские предания также говорят об Алтае как древней прародине башкирского народа. Возникает резонный вопрос: могли ли предки балыкчинцев быть в составе древних башкир в эпоху раннего Средневековья еще на территории Алтая, Южной Сибири и Семеречья? Впервые башкиры упоминаются на страницах китайской хроники 7 века Суйшу. В середине 9 века арабский путешественник Салам Тарджуман, отправившийся на восток в поисках легендарной стены Александра Македонского, под которой разумелась Великая Китайская стена, упоминает страну башкир, как находящуюся между Аральским морем и Южным Уралом. В то же время автор 11 века Махмуд Кашгари помещает башкир в междуречье рек Иртыш и Или. Как состыковать между собой столь разноречивые показания этих двух арабоязычных авторов, один из которых помещает башкир между Аралом и Уралом, а другой в Семеречье? Как показывает анализ этих источников, речь идет о двух отдельных частях башкирского народа. В результате междоусобных расприй, то и дело охватывающих западный тюркский каганат в 7 веке, древние башкиры разделяются на две части. Одна из них остается на прежнем месте жительства в Семеречье и Южной Сибири, а другая переселяется на запад. В 9 веке Салам Тарджуман находит их к северу от Арала и к югу от Урала. На новой родине башкиры объединяют под своим главенством разнородные тюркские, финно-угорские, иранские племена и дают начало народности южноуральских башкир. Одним из компонентов новой народности, по всей вероятности, был род Балыксы, который присоединился к башкирам еще в Семеречье. Что касается древних башкир, которых лучше именовать прабашкирами, то они, дав свое имя новому объединению южноуральских племен, бесследно растворяются в их среде. Данному явлению есть много примеров в истории. Русы – племя скандинавского происхождения, дав свое название русскому народу, бесследно растворилось в массе восточных славян. Так же, как и тюркоязычные булгары, оставили свой этноним южным славянам, хотя полностью ассимилировались в их среде. Впрочем, этнограф Раиль Кузеев не исключал возможности возникновения этнонима «балыкчи» на башкирской почве. В этом случае башкирские балыкчинцы не могли иметь генетической связи с родом балыкчи в составе других тюркских народов – казахов, туркменов и тувинцев. Данный поворот в дискурсе ученого открывает неожиданные перспективы. Для иллюстрации механизма возникновения новых названий Раиль Кузеев выбирает башкирский род Иряк-Те. Тюркская традиция образования новых названий и этнонимов, например, в соответствии с функциональной ролью данной группы в системе существующих социально-экономических отношений, была чрезвычайно устойчивой, так как этноним Иряк-Те возник на башкирской почве не ранее рубежа 15-16 веков. Род Иряк-Те выделился из крупного племени Табын и других башкирских родовых объединений в связи с поступлением на службу к казанским ханам, в частности, к хану Сахибгирею. Они несли службу на границах ханства. Со старотюркских диалектов слово «Ирак» переводится как «крепость». Следовательно, «Иракле», а по выговору башкир за Уралья «Иряк-Те» обозначает людей, несущих службу в крепости. А теперь, по аналогии с ними, предположим, что название Балыксы также возникло на башкирской почве. Остается только найти города, которые они могли охранять.
Искомые города мы находим на карте выдающегося арабского географа XII века Шарифа Аль-Идриси и его сочинений «Нусхат Аль-Муштак». Из городов страны, внутренних басджуртов, известны Мастра, Кастра. Оба города маленькие, и купцы редко бывают в них. И никто не приезжает туда, так как они убивают тех, кто ступает на их землю и в их страну из числа чужестранцев. Оба их города находятся на реке, впадающей в реку Атил. Достоверность карты Идриси не вызывает никаких сомнений. Другое дело, что поскольку Идриси сам здесь не был и пользовался сведениями более ранних источников и мог неправильно зафиксировать наличие тех или иных объектов не на этих местах, были трудности в определении местонахождения, в местоположении этих городов. Если взглянуть на карту Аль-Идриси, то нетрудно понять, что под рекой Атил имеется в виду не Волга, а Белая, берущая начало в Уральских горах. Поэтому рекой, впадающей в Атил, то есть Белую, могла быть только Уфимка, Караидель. Карта ориентирована с севера на юг. Поэтому, если мы ее перевернем на 180 градусов, то получим привычную для нашего глаза картину. Это Белая. Вот Уфимка, впадающая в нее. А это города Касра и Масра, находящиеся на берегах последней. Очень заманчиво предположить, что предки балыкчинцев проживали в городах Касра и Масра, располагавшихся на берегах Караиделя, и потому носивших название городского гарнизона – Балыксе. Но предположения всегда будут оставаться предположениями, пока не будет археологических доказательств существования этих городов. Сведения такого серьезного ученого, как Шариф Аль-Идриси, не могут быть игрой его или чьего-либо воображения, а потому должны иметь под собой реальные основания. Если отталкиваться от его карты, то близ устья Уфимки, на территории современной Уфы, также был город под названием Карукия, жителями которого, возможно, были балыкчинцы. Само название балыкчинцы и то, что они жили здесь, это как раз подтверждает, что здесь был какой-то средневековый город. XVII и XVIII века в истории Башкирии прошли под знаком многочисленных башкирских восстаний. А башкиры-балыкчинцы были активными их участниками. Карательные экспедиции то и дело прокатывались по этой земле. Особенно тяжелый урон местному населению был нанесен в ходе подавления башкирского восстания 1735-1740 годов. Руководители Оренбургской экспедиции и экспедиционного корпуса Кириллов, генерал Румянцев и полковник Тевкелев составляют людоедский план полного уничтожения башкирского народа. И так со всех сторон окружа, воров и их жен, и детей, и пожитки их, и лошадей, и скот брать, а дома вовсе разорить, и которые пущие заводчики, тех по указам на страх другим казнить. А не пущих и детей мужеского полу, годных в ссылку, в Остзею сослать. А жен, детей и девок развесть во внутренние города и раздать в неволю, чтобы корень их был вовсе вырван. В январе 1736 года полковник Тевкелев со своим отрядом выступил из Бирска на сибирскую дорогу Башкирии. Путь его отряда проходил по территории Балыкчинской волости, где действовал повстанческий отряд, состоявший из 700 человек старшины Балыкчинской волости Чеката. Не будучи в состоянии настигнуть неуловимых партизан, он вымещает свою злобу на мирном населении. Заподозрив жителей деревни Сиянтус в подготовке нападения на его полк, Тевкелев учиняет жуткую над ними расправу. Историк Петр Рычков, лично присутствовавший при этом, писал: «Близ тысячи человек с женами и детьми их, вон и деревни перестреляно, и от драгун штыками переколото. Сверх того, 105 человек забрано были в один анбар, и тут огнем сожжены». Петр Рычков, История Оренбургская.
Практика сиантуса вдохновила палача на продолжение тактики выжженной земли. За короткий срок полковник Тевкелев уничтожил более 50 деревень Балыкчинской, Унларской и Таныпской властей, убив при этом более 2000 жителей. След от этих злодеяний всегда жил в памяти людей. Только не всегда об этом можно было говорить. Олалар біріншіден іш білен артық нық іш білен мәшғұл болуларына, екіншіден сүйлерге қорқу нәтижесінде олар бік нық распространенсі етмегенлер, бік нық тарқатмағанлар халық арасында. Чөнки қорыққанлар олар. В память о зверствах Тевкелева башкирский народ сложил песню «Тавтилял», в которой увековечил историю его злодеяний. Наш край полковник Тевкелев палил, долины Акыдели выжег он. Ему за то, что он сжигал башкир, легло на плечи золото погон. В ряде центральных СМИ не так давно была предпринята попытка ревизии этих кровавых событий. Говорилось, что жители Сиянтуса сами спровоцировали акцию возмездия по отношению к себе. Можно, конечно, говорить, что если бандит пришел и говорит: «Отдай мне кошелек», кошелек или жизнь, он кошелек вдруг не отдает, то тебя убивает, что бандит, то есть потерпевший сам виноват. Так можно рассуждать. Но это односторонний очень взгляд, конечно, на ситуацию. Покрыл лицо утеса черный лес. Под ветром он ревет порой ночной. Слова проклятия врезал я в скалу. Пускай же их прочтет потомок мой. В память о сиантусской трагедии возле села Султанбек, что находится в Аскинском районе республики, воздвигнута эта мемориальная стела, дабы новое поколение балыкчинцев не забывали о страшной цене, которую заплатили их предки за право жить на этой земле. В Аскинском и Караидельском районах в нескольких местах, по словам старожилов, имеются массовые захоронения, которые местные предания связывают с жертвами карательных операций Тевкелева и других царских командиров. Одно из них имеется в селе Сураж Аскинского района, которое носит название Изгиляр Зияраты, то есть кладбище святых. Там похоронены вот эти вот люди, которые погибли, потому что, скажем, в Сиянтузе их собирали там какой-то амбар, и по данным вот известного историка Рычкова, он прямо указывает, как их уничтожали. То есть, по сути дела, Мартаков и Тявкелев вели себя по отношению к месту как фашисты, конечно, фашисты. Другое подобное памятное место имеется близ села Мулакаева, что в Караидельском районе республики. Мулакай аулының үскі ағында 500 метр лап сешме бар. Бик матур, салкын сулы. Ол сешме турында халық арасында шындай ревиятлар бар. Сиянтус ауылында есеген изге халықлар арасында шындай мағлумет болған. Олар еткенлер біздің Сиянтус ауылын яндырасақлар, кафырлар келіп біздің кабірлеріні тапамасынлар. Біздің Мулакай ауылына көмегіз деп еткенлер. Hem de şu tertipte, şu urunda, şu kişilerinin kabiri bulup, şu kabirlikten bir vakit izgilerinin gözyaşları düşüp, şişme varlık kaybilgen, su alıp sıkkan deyip söyleyler. Рядом с селом Новомулакаево Караидельского района есть достопримечательность, овеянная легендами балыкчинских башкир, а потому считающаяся местной святыней. Она носит название Ыйыктау. Балыкчинцы свои культовые обряды проводили именно вот на подножии этой горы. Древнебашкирское слово «ыйык» происходит от тюркского «идук», то есть «священный», которая зафиксирована в архонно-енисейских памятниках рунической письменности. В башкирской гидронимике есть три реки с названием Ик, которые протекают на западе, юге и северо-востоке Башкортостана.
Гора Ыйыктау переводится как «священная гора». По рассказам моих предков, мамы, бабушки, вот, они рассказывали, что внутри этого Ыйыктау имеется несколько комнат, их даже 12 они называют. И в этих комнатах захоронены, или вернее хранятся, вот, золото. Я считаю, что это наследие Байки-Бея. Байкы или Майкы-Бей – это реальное историческое лицо. Сподвижник Чингисхана и его сына Джучи. Родоначальник башкирского племени Табын и его ответвления Иректе. Башкирский писатель XIX века Али Сокрой из рода Иректе, видимо, не случайно описывал эти места, хотя современные башкиры иректинцы проживают в основном на территории Татышлинского района. В своих книгах он описывает, как его родословные, его родственники в поисках новых земель отправились и дошли до наших краев. И он очень красноречиво описывает гору Ыйыктау. Имя легендарного Байкы-Бея, возможно, носит река Байки и ряд населенных пунктов с этим же названием в том же Карайдельском районе. По преданиям он говорит, что его представители Байки-Бея отправились в поиски новых земель, и вот вышли они у подножья горы Ыйыктау, то есть они пробили скалу, поднялись на эту гору Ыйыктау и увидели светящиеся огоньки. По моему предположению, эти огоньки были деревни Мулакаева. Можно сделать предположение, что цикл легенд о Майкы или Байкы-Бее связан с движением башкирского племени Табын в западном направлении, когда оно по приглашению казанского хана Сахиб-Гирея отправилось к нему на службу. Прошли века. В эпоху новейшей истории Башкортостана также было немало трагических событий. Вспомнить хотя бы период революции и гражданской войны, когда местное население участвовало в восстаниях против советской власти, власть отвечала репрессиями. Однако не они стали причиной утраты частью балыкчинских башкир своего национального самосознания. Причина крылась в том, что долгие годы они были лишены возможности изучать свой родной язык, историю и литературу. Бикотан соғышында қатнашқан Оқбабай бар еді. Ол әр вақыт елік біздің мектепте татар сабақтары, сол татар сабақ келе бастасаң, ол айта тұрған, "Олым, тіліңді бұзма, біздің өзіміздің тіл бар." Нетіп, бізге мына сеттен келіп татар сабақтып қана тілін бұзып отырдылар деп, өз тіліміз бар деп. Сол тілін олым ұмытма деп, біздің бұрынғы өзіміздің тіл деп етеді. Біз түйбейінен келгенбіз, балықсы башқұрттары мұны ұмытмасқа керек деп келейте тұрғаны енді. Даже люди старшего поколения затрудняются объяснить причину того, почему коренные жители республики не могли реализовать свое право на изучение родного языка. Не олай болуы. Меніңе, масалан, әйтуі қайын. Халық бетараф болуы білен аңлатыламы. Тарихның нықлап үйренілмеуі білен аңлатыламы. Наверное, шушы екі нәрсеге бәлелерді біз мен есеплім. Башкиры рода Балыксы сегодня проживают в селениях Балмазы, Мулакаева, Суян и Уразбахты Карайдельского района Башкортостана, а также в селах Гумбина, Кашкина, Суюш, Бельгиш, Амирова, Ирмияс, Старый Новокачкильдина, Уршады, Чурашева, Султанбекова, Ташлыкуль или Чешма, Тюльгузбаш, Ерма-Елан, Камышады, Ушкуль, Султанай, Кунгакбаш, Аскинского района республики. Сколько лет незнание собственной истории водило всех нас по бездорожью беспамятства?
Балыкчинцы в этом отношении не исключение. Но все течет, все меняется. За последние годы все больше и больше людей, приобщаясь к собственной родословной, к изучению собственных корней, открывает для себя то, что было совершенно очевидным для поколения их дедов, потому что все новое – это хорошо забытое старое.